Почему кукушка подбрасывает яйца в чужие гнезда? О поведении кукушки нам всем известно. Оно даже стало нарицательным, поскольку явно отрицательное. Мало того, что она подбрасывает свои яйца в чужие гнезда и снимает с себя все заботы о потомстве, но и появившиеся кукушата губят птенцов своих приемных родителей. И все это действительно так. Кукушки откладывают от 10 до 25 яиц, по одному в каждое гнездо, присмотренное заранее. Каждая кукушка специализируется на нескольких определенных видах птиц, которым и подкладывает яйца. Яйца кукушек похожи на яйца этих птиц по цвету, форме, по весу и величине. Затем спокойно отправляются на зимовку, улетают они рано. Кукушонок появляется на свет раньше своих сводных братьев и сестер на 1-2 дня. Он еще маленький, голенький, но сильный. Его масса всего лишь 3 грамма. У него проявился инстинкт выбрасывания. Он выкидывает любой предмет, к которому прикоснулся голой спиной. А это, в первую очередь, яйца или птенцы приемных родителей. Он торопится, словно знает, что инстинкт выбрасывания длится 3-4 дня, а потом угасает. Если же он не успеет их выбросить, то все равно птенцы приемных родителей обречены. Каким образом? Кукушонок будет перехватывать всю еду, которую им принесут. А приемные родители будто бы не замечают происходящих изменений. Они усердно кормят птенца, не понимая даже, что это не детеныш. Посмотрим на это с другой стороны. Но прежде всего не будем осуждать кукушку, бросающую своих детей, что она такая плохая, ни в коем случае. В природе все взаимосвязано и определено, и к ней неприменимы нормы человеческой нашей морали. Кукушка, она очень полезная птица и заботливая мать. Среди насекомых, особенно среди гусениц, бабочек, есть ядовитые. Их не едят многие птицы, а кукушка с удовольствием их ест. Не станет же она кормить своих деток ими. Американские кукушки-личинковеды кормятся около 100 копытных животных и уничтожают клещей. Кукушка-подорожник, к примеру, живет в пустыне и питается ящерицами и змеями. Дальше. Зародыш в яйце кукушки развивается быстрее, чем в яйцах приемных родителей, поэтому он появляется на свет раньше. Не стоит возмущаться поведением птенца. Кукушонок не может сохранить свою жизнь, не выбросив из гнезда конкурентов. Его приемные родители не способны прокормить всех. Они либо прокормят свой выводок, либо одного кукушонка, ведь он очень прожорлив и есть кого. Взрослая кукушка за час съедает до 100 гусениц и при этом работает так по 10 часов, представьте. А если в лесу, где живет кукушка, появляется много вредителей, то птицы будут трудиться до тех пор, пока не уничтожат всех насекомых. Другими словами, одна кукушка уничтожает гораздо больше вредных насекомых, чем уничтожили бы все птицы, погубленные кукушонком. Очень жаль, что кукушку до сих пор считают вредной птицей и стараются уничтожить ее или птенцов.